Пора вставать, который час. Скоро первая пара уже начнется. Послушай, я не успела приготовить тебе завтрак, но зато я доделала твою курсовую. Да. Так что ты сам себе что-нибудь приготовь, ладно? Ты мой ангел. Все, я сейчас иду, ставить чайник. Все, целую тебя. Поедем. Ну не видишь, стоит. Что там? Не знаю. Мужик, ты что, уснул? Парень. Только этого не хватало. Кто-нибудь вызовите скорую. Что человеку плохо. Очнитесь, пожалуйста. Вы меня слышите? Ну что там? Что человеку плохо? Он без сознания. У кого-нибудь есть что-нибудь сладкое? Что, диабетик, что ли? Они обычно с собой возят. Посмотрите, может, у него есть. Сейчас. Я вызвала скорую, она сейчас приедет. Вам лучше? У вас диабет, да? Гипокалемический шок. Сейчас приедет скорая, вы не волнуйтесь, ладно? Все, теперь уже все позади, не переживайте. Спасибо. Командир, поехали. Я с ним. Один раз нас вызывают, резаная рана, женщина истекает кровью. Бежим на 16 этаж. Прибегаем, истекающая кровью, порезала себе палец маникюрными ножницами. Ну, бабушки покоя не дают, им пообщаться не с кем, вот они 03 и названивают. А как же главная задача скорой? Спасать людей. Ну, бывает и такое, но редко. В основном старики и психопаты. Сергей Петрович, ну что же вы ребят-то пугаете? Санечка. Я стояла, слушала вашу лекцию. Вот, прошу любить и жаловать. Фельдшер Александр Куликова. Здрасте. Ударник капиталистического труда. Работает без выходных. Без нее бы наша подстанция давно бы развалилась. Сергей Петрович, ну прекратите. У меня муж доктором будет. Медицинский заканчивает. Защита уже на носу. Да. Здрасте, дядя Юр. Здрасте. Вот поэтому тебе одно и приходится за двоих вкалывать. Дядя Юр, ну, хватит. Сергей Петрович, наша бригада на выезд. Ну, что ты стоишь? Беги, переодевайся. Да куда бежать? Не надо никуда бежать. Это же опять Стрельцова развлекается. Вот, пожалуйста, типичный случай. Стрельцова три подстанции замучила. Звезда оперетты на пенсии. Мы ее между собой так и зовем. Королева Шантеклера. Небось, очки куда-нибудь засунула. Вот и трезвонит в скорую. Ну что опять случилось, Таисия Павловна? Хулиганы.
Хулиганы. Угу. Каждый день ломают лифт. А еще буквы на стенках рисуют. Большие такие. Разными красками. Ничего не понятно. Это граффити. Это модно сейчас. 130 на 80. Да вас в космос можно посылать. Молода ты еще. Меня старуху посылать. Вот вы все шутки шутите. Гоняйте нас туда-сюда. А в это время кто-нибудь умирает, так и не дождавшись приезда скорой. Я чувствую, что я умру, не дождавшись вашей помощи. Так мы ж приехали. Ну чем помочь-то, Таисия Павловна? Какой-нибудь надо мне укольчик. А чего укольчик-то? Вот этого я не знаю. Это вы должны знать. Вы медики. Да мы полечим-то, Таисия Павловна. Вы только скажите, от чего? А жаловаться на лифт или погоду вы должны своим детям. Ну, или внукам хотя бы. Они должны вам помогать. Молода-то еще. Выводы делать. До меня учить. Фальченко. Да-да, Зоя, закончили уже. Как? Можем принять вызов. Так, все, поехали, вызов на инсульт. До скорых встреч, Таисия Павловна. Всего доброго. Внучку свою сегодня... Здрасте. Саша, здравствуй. Здравствуй. Сашенька. Ты не могла бы зайти к Елене Анатольевне? А что случилось? Говорит, что в глазах двоится, во двор не выходит. А так что же, на скорую не вызовет? Ты так своему врачу-то больше доверия. Какой же я врач? Я фельдшер. У нас в доме вас все знают, здрасте, относятся здрасте. С уважением. Хорошо, хорошо, я зайду. До свидания. До свидания. Руки у нее легкие. Ром, ты дома? Кому? А? Я говорю, кому вы? Мне бы Елену Анатольевну. Она ушла. Как ушла? Ей плохо было. Ей плохо? Да. Я что-то не заметил. Так, шутник, вы врача вызывали? А вы врач, что ли? Ну, что-то типа того. А? Мне сказали, что Елена Анатольевна плохо себя чувствует. Вот я и примчалась. Я понял. Издалека? С верхнего этажа. О, путь не близкий, да. Ну что ж, предлагаю зайти к нам перед подъемом, передохнуть, выпить чашку чая. А вы, собственно, кто? А? Что-то я вас тут раньше не видела. А, я Миша. Угу. Я зять Елены Анатольевны. А. Я просто сегодня только из Тюмени, из экспедиции. А вы геолог? Похож. Похож. А с вами-то что, господин геолог? А что со мной? Трясетесь, весь глаза красные. Да что-то как-то у вас тут холодновато. Да. Боже мой, да у вас жар. Значит так, вызываем врача, пойдемте, я вас уложу. Со мной полный порядок. Я просто вас увидел, меня в жар бросит. Так, без разговоров. Пойдемте, я вас уложу, быстро. Давайте мы просто зайдем, я вас чаем напою и все. Понятно. Мне некогда распивать чай. Жаль. Откуда ты взялся? Боже мой! Откуда ты взялся, зверь? Не переживай, что ж ты весь дрожишь-то? Ладно, пойдем со мной, хорошо? Не переживай, все будет хорошо. Тихо, тихо. Ну вот.
Одним из признаков сердечной недостаточности является цианоз. Синюшная окраска кожи и слизистых оболочек. Рома! Сань, ты что, не спишь-то? Ну, наконец-то! Ну? Послушай, я так переволновалась. У тебя телефон недоступен. Что? Что со мной случится-то, а? Ага. Это что, я скучаю по тебе каждую секунду. Об этом ты не подумал? Ну, мы же с коленкой к экзаменам готовимся. Да? Ну, хоть позвонить ты мне мог? Ну, что звонить? Я думал, ты спишь уже. Ага, сплю. Я вон твой диплом доделываю, посмотри. Да ты что? А ты же все сделал. Ты мой гений, а? Да. Так. Что мне за это полагается? Тебе за это полагается меха и бриллианты. Да ну их. Ром, слушай. Я хочу, чтобы в воскресенье мы с тобой сходили куда-нибудь вдвоем. Воскресенье? Угу. Ну, не знаю, в кино. Нет. Пойдем в цирк. Пожалуйста. Воскресенье. Угу. Пошли в стриптиз. Так, понятно. Ну, ладно. Ну, пойдем в твой цирк. Пойдем. А потом придем домой и будем весь вечер пить мартини. Все. Договорились? Ужин. А я уже поужинал у Москаленко. Ром. А? А зачем я готовил паровые котлеты? Я не люблю твои паровые котлеты, ну... Ром. Ром, у тебя гастрит, тебе жареного нельзя. Что это такое? А это Маркиз. Марик. Сейчас. Ага. Смотри. Смотри, как он смешной. Откуда он взялся? Я его на лестнице нашла. Держи. Не надо. Получается, мы с тобой завели кота? Да. А ты разве не рад? Нет. Будет везде здесь гадить. Любить ты его будешь больше, чем меня. Ну, что ты такое говоришь? Никого никогда не буду любить больше, чем тебя. Да? Угу. Ладно, все, давай спать. Спать? Как, спать? Угу. Так, погоди, а умыться и почистить зубы? Завтра я их почищу. Рома. Да. Ладно. Кого там еще принесло-то? Сейчас посмотрю. Сашенька, сбежавшая пациентка. Ну, ради бога, извините, что беспокою вас в такое время. Саша, у нас... Да. У меня с зятем что-то не то. Так. Прихожу, он лежит. Температура. Говорит, голова болит. Угу. Стонет. Так вызовите скорую. Ром, подожди, пожалуйста. Вы меня извините, ради бога, Санечка. Не переживайте, я сейчас переоденусь и спущусь к вам, хорошо? Господи, спасибо большое. Да, я вас подожду здесь. Хорошо. Так, давай, пошел отсюда. Ты еще не спишь? Вообще-то ты не обязана бегать ко всем. Ро, ну, ты все-таки соседи. Тебе за уколы заплатили? А? Я говорю, за уколы заплатили? А, да. Сейчас тебе отдам все. Хорошо. Вот сюда положи. Фу. Скоро вернусь. Так. 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 Слушай, без пяти минут, доктор. У человека высокая температура, путает слова, сильные головные боли. Бред. Что скажешь? Он бухой. Нет, я его вечером видела, он был абсолютно трезвый. Давай машину купим. Он геолог, только что вернулся из экспедиции, может... Ты слышишь меня? А? Я хочу машину купить. Ром, что, с ума сошел? Ну, у нас нет таких денег. Ну, кредит. На тебя оформим.
Оставшись, вот, несем. А оставшись, это мы купим квартиру, Ром. Да на эту квартиру мы никогда не накопим. А машина мне нужна. Зачем? Пробки, все на метро ездят. Зачем тебе машина? Как, ну это же... Машина — это другой имидж. Это... У меня сразу другой заработок. Другой заработок? А ты что, собираешься заниматься извозом? Вообще-то... Другое доверие. Я как-то думала, что доверие к тому врачу, который хорошо лечит, а не тот, кто приезжает на автомобиле. Нет, милая моя. Автомобиль — это другой статус. Если у врача есть автомобиль, значит, у него есть деньги. А если у него есть деньги, ему, значит, платят эти деньги. И значит, он хороший врач. Как-то об этом не думала. Чего я тебе уму-разум, а ты? Так, гипертермия, сильные головные боли, заторможение сознания, сонливость. Ром, а как ты думаешь, в Тюмени его мог укусить энцефалитный клещ? Ром. Мог. Свет выключи. Тише, тише, аккуратно. Саш, если выживу, любой каприз. Я не капризная. Да? Тогда предлагаю жениться. Правда. Ловлю вас на слове. Я серьезно. Хорошо, поправляйтесь. Спасибо вам большое. Все будет хорошо. Да, я же геолог, все нормально. Конечно. Все хорошо. Аккуратнее, ребят. Да, постараюсь. Спасибо. Пока. Куликова, на вас уже третья жалоба за последние полгода. Как вы все это объясните, Александра Алексеевна? А что тут объяснять? Ну, вы же сами знаете, что Стрельцова скучно, и вот и жалуются. Стрельцова бригаду по три раза в день гоняете. Так ведь, Зоя Васильевна? Да-да, Геннадий Михайлович. Но это не повод хамить пациентке. Да я никто не хамил. Так, все свободны. Куликова, а вам выговор с занесением в личное дело. Геннадий Михайлович, ну что вы? Вы лишены премии, Куликова. И ни одна подстанция вас не возьмет на работу. Подождите. Ну все, все. Зараза, эти Стрельцова! Да не обращай ты внимания, ну с кем не бывает-то? И на меня тоже писали. Только с главным в конфликт не ступай. Молча выслушай и извинись. Я так на эту премию рассчитывала. Ромка машину хочет. Знаешь, что я придумала? Он получит диплом, а я ему подарю автомобиль. Ты с дуба, что ли, рухнул? А деньги у тебя откуда? У меня есть. Я накопила потихонечку. Тут пару тысяч не хватает. Нельзя так с мужиками. Ты своего Рому уж очень сильно любишь. Да нет. Я его просто люблю. Как любится, так и люблю. Надо быть хитрее как-то. А зачем хитрить? Любить, но не показывать. Дам я тебе денег. Бесхитростный ты наш. Ой, Саша! Я тебе все верну, слышь? С процентами верну, Ань. Обязательно. Вот только представь себе, вот он идет домой, да, получил диплом, идет, а возле подъезда стоит машина, перевязанная бантиками. Бантиком только да. Девочкам перевязывают. Да? Ну ладно, тогда без бантиков. Ну лишь бы ездила. Ладно. Спасибо тебе большое. Послушайте, ну, честно говоря, я хочу придумать что-нибудь, ну, этакое. Ну, не просто сели-поели, разошлись, но все-таки защита диплома. Что ты смеешься? А чего ты хочешь? Ну, не знаю. Хочу какой-нибудь сюрприз. Ну, чтобы он даже не понял, что мы что-то затеваем. Точно. Знаете что, давайте мы все спрячемся. Точно, потом, точно. Когда... Он входит? Да. А ты вся такая вечерне-домашняя, в бегудях, в халате. Да, еще встречаешь его с утюгом и говоришь такая, Рома, Рома, где ты был? Ну, где ты шляешься, Рома? Да, потом начинает играть музыка, и все вываливаются. Ну, там, кто из-за занавеса, кто из-за... Да, выпиваем, и обязательно тосты все в стихах. Да. А кто не умеет в стихах? Да ладно тебе, возьмешь любую песню и переложишь на стихи. Ну, ты что, никогда в КВН, что ли, в училище не участвовал? Слушай, ну, вроде ничего, машина, да? Я просто сначала хотела иномарку купить. Принес, мне денег не хватит. Но бывший хозяин сказал, что она в хорошем состоянии и ездить еще будет долго. Вы не опоздали? Здравствуйте. Привет. Привет. Ромка будет через час. А это ему. А что это? Скелет. Ты что, с ума? О, прекрасно. С ума сошли, ну, честное слово. Ну, куда мы его денем? А мы его в шкаф. У каждой семьи
должен быть свой скелет в шкафу. А нет, еще правда? Туда повесь. А, у нас отлично, отлично, спокойно. Просто красавец, замечательно. Хорошая спасибо. Идея, Фальчик. Ну все, мне кажется, хорошо. Нормально. Да. Пойдемте домой, это холодно. Да, идем, ты замерзли. Так, Анют, еду все спрячем Галине Сергеевне в комнате, а когда ромку разыграем, тогда быстренько все накроем. Это надо порезать. Давай чесночку добавим. Ты что, нет, о, надо все по минимуму, у Ромы же гастрит. Спасибо. Так, ребят, ну вы что, с ума сошли? Ну погодите, ну Ромка еще не пришел, а вы уже пьете. Через 5 минут, ну честное слово. Ну стаканчик вам для кровопыли. Ну подождите 5 минут, ну в конце концов. Давайте быстрее, быстрее, мальчик! Давай. Пожалуйста, прячься. Шкаф лезь. Сгони, ну тихо, только не ржать, пожалуйста, ребят. Я очень прошу тебя. Все. Светите туда. Все, у вас все в порядке? Все, не смеемся. Там соседка кого-то задержала. Пойду посмотрю. По-моему, ложная тревога. Вы сама сидите. У вас же живет Саша, врач? Живет. Саш, здрасте. Слава Богу. Здрасте. А, Наталья Анатольевна, спасибо вам большое. А я просто прихожу, а у вас да. Все нет и нет. И да. Вы, да. Это вам. Ой. Это уже третий. Два других завели. Ну что, спасибо большое. Просто вот. Вы могли бы отдать соседям, а они бы мне потом это передали. Ну, я просто не додумался. Да и хотелось вас снова увидеть. Вот. Ну, все, просто я немножечко спешу. А, все, нет проблем. Я зашел просто поблагодарить и сказать, что вы поставили верный диагноз. Да, мне Лена Анатольевна сказала. Саша! Да! Здрасте! Вы тоже Рома поздравите? Я? Идемте быстрее, он уже идет. Все. А кто такой Рома? Это мой муж, он получил диплом врача. А, ну, я привет. Простите. Поздравляю. Да. И приглашаю в ресторан вместе с мужем отметить его диплом и мое выздоровление. Хорошо. Хорошо? А, Саша! Все, в пятницу, да! Нормально? Да. Все, отлично. Пока. Хорошо. Давай, залезай! Ребят, не терпите! Так, ну где ты шастаешь все это время, а? Ну сколько можно? Ты смотрела часы? Ты самодельно записала, что ли? Сначала ответь мне, где ты был. Хотел с тобой поговорить. Только не в таком тоне. Ах, тебя мой тон не устраивает. Саша, послушай меня. Я не хочу ничего слушать. Скажи мне, где ты шляешься? Ладно. Поговорим в другой раз, а сейчас я просто соберу вещи. Куда ты уходишь? Куда, это не суть важно. Главное, что вот так вот больше не может продолжаться. Что не может продолжаться, Ром? Я сказал, я ухожу. Я ухожу к другой женщине. Я ее люблю. Ром, прости. Ром, ты даешь. Я не ожидала, что ты меня так пошутишь. Ром, я прям начала тебе верить. Подожди, я не шучу, я не шучу. Я не шучу, я понимаю, я должен раньше был это тебе сказать. Ромочка, ну хватит, пожалуйста, ну прекрати. Ты слышишь меня? Да. Ты слышишь меня? Я не шучу, я понимаю. Ты ко мне очень хорошо относишься. Очень хорошо. Ты знаешь, очень много сделала для меня. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, а? Я люблю тебя больше жизни. Да не надо говорить такие слова, больше жизни. Люби себя, живи для себя. Стоп, Ром, погоди, что-то я сейчас ничего не понимаю. Что случилось? Ты... Все, я должен это сделать. Да что ты должен сделать? Я ухожу. Можно мне вещи собрать? Господи. Привет. Это ребята. Сюрприз для тебя. Что вы здесь делаете-то? Пьем за твой диплом, вообще-то. Поздравляем. Ну, я вещи свои соберу. Ну, да ты чего? Ром, ну какие вещи? Ну, прекрати. Это уже просто как-то не смешно совсем. Ну, все пришли, Ром. Ну, ты чего? Ну... Прекрати. Что смотрите-то, а? Все хорошие.
А я такой подлец, да? Ром, все, хватит, ну правда, ну сколько, ну зачем ты так? Ну, Ром, ну подожди. Не уезжай! Тебя же все там ждут! Это же твой праздник, слышишь? Ничего себе! Откуда это у нее такое авто? Она же с ума сойдет, она его так любит. Козел! Мы же все тебя так очень любим, все тебя ждут. Я специально дверь, для тебя все готовлю. Дверь, дай мне. Ромочка! Ром, ты что делаешь? Рома! Ром, да открой ты машину! Ну куда ты едешь? Я тебя никуда не хочу слышать! Рома! Все, давай, вставай, хватит. Второй день уже лежишь. Вставай, чайку попей. Бутербродики я сделала. Хватит, нельзя так. Ну ты же у нас красотка, все будет у тебя хорошо. Да хрен с этим Ромой. Ушел так ушел, все. Сашуль, вставай. Давай, вставай. Сашуль. Ань. Ну чего ему не хватало? Я же все для него. Ну, хочешь учиться, учись. Ну, устал, отдохни, все для него. Ну. Любовь такая штука, я тебе говорила. Она, наверное, об него ноги вытирает, издеваются над ним. А ему этого и нужно, я тебе говорила. Не плачь, пожалуйста. Квартира ему нужна. Прописка, машина, понимаешь? А то, что я его учила 5 лет. Но я же все для него. Мне вот... Мне ничего не надо, понимаешь? Все ему. Выучила все, спасибо. Не нужна. Саш, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, не плачь. Все, не плачь. Все, все, все. Возьми себя в руки. Все. Начинаем новую жизнь. На, начнем с чая. Пожалуйста. На, бутербродик возьми. Не хочу. Слушай, пусть он меня теперь учит. Mm-hmm. В конце концов, правда? Вот я прям пойду к нему и скажу. Давай, возвращай все мои деньги. Да? Да. До свидания. Привет. Здравствуй. Пойдем домой. Я не пойду домой. Пойдем домой. Я все поняла. Ну что такое? А? Ну скажи мне, что случилось? Я тебе объяснил, я люблю другую женщину. Рома, что ты говоришь? Ромочка, ну что ты говоришь? Я не верю в это. Ну, ты сам-то послушай себя, а? Ну, какая любовь? Ну, ошибся. Ну, Ром, возвращайся. Я не вернусь. Я понимаю, плохо. И мне тоже не очень. Ну, я не могу по-другому. Ты хороший человек. Ты встретишь
другого хорошего человека полюбишь. Что кого-то ты такое другого говоришь? Времени. Я никого не полюблю. Ну зачем ты такое говоришь? Ну неужели ты не знаешь? Ты встретишь, полюбишь. Ром, ну зачем ты так? У нас ребенок с ней будет. Как ребенок? Ребенок? Ты же не хотел детей. Ну, мало ли что, хотел, не хотел. Теперь будет ребенок. Теперь будет ребенок. Теперь будет ребенок. Ребенок. Прости. Да! Здравствуйте. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Извините, что без предупреждения. Да, ничего страшного. Может, кофейку? Да, Саш, я на минутку. Новости не очень приятные. Квартиру наконец-то расселяют, я получила ордер. Мне нужно освободить комнату и сдать ее технику-смотрителю. Так, и когда? Через неделю. Через... Ну, извини. Все. Ну, извини, что так получилось. Ну, я пошла. Ну, вот что мне теперь с тобой делать? Здрасте. Ну что, вы готовы? Готовы к чему? Как к чему? Походу в ресторан. Карету у подъезда, а где муж? А зачем он мой муж? Мужа нет. Саша, мы с вами идем в ресторан. Вы помните пятницу? А я забыла. Ну, вспоминайте. Столик заказан. Я жду вас. Нет, извините, я не могу. Что значит извините? Вы... Да, ты... Здрасте. Вы говорили, что в пятницу будет отлично, а сейчас извините. Это на прошлой неделе было отлично. А сейчас все изменилось и стало просто хорошо. Так что в ресторан вы пойдете со своей женой. Я не могу с женой. Она ужинает в компании другого мужчины. Это как? Вот так. Вероятно, он лучше меня. Сама. Я сама. Как-то интересно получается. Ваша жена проводит время с другим, а вы по этому поводу так весело шутите, да? У нас вообще ребенок все усложняет. Что? Для ребенка лучше, когда мамаша с другим мужиком, а папаша к этому так вот легко относится. Не так просто, Саша. Вы ее любите? Жену? Да. Любил? Очень. А теперь разлюбил. Нормальная ситуация. Полюбил, разлюбил. Ну, в общем-то, так всегда бывает, да? Действительно. Мы поженились. Фактически детьми. Там казалось это большое чувство. А потом выросли, и оказалось, что мы очень разные люди.
Это долгая история. Простите меня, пожалуйста. Ничего. Вы знаете, я пойду с вами в ресторан. Ну, просто мне очень хочется дослушать вашу историю до конца. А я вам тогда, честно говоря, даже позавидовал. Ну, когда вы к празднику готовились. Позавидовали чему? Ну, я не знаю, там как-то все это было уютно очень. Дом, подруга, соседка ваша. Уютно как-то очень. Вы, наверное, с мужем очень счастливая пара. Очень. Мне не надо, спасибо. Что-нибудь еще желаете? Нет, спасибо. А еще когда вы говорили, что муж ваш диплом врача получил, это очень так гордо прозвучало. Еще бы. Это наполовину и мой диплом. Если бы вы знали, сколько я ночей не спала, пока писала ему то курсовые, то контрольные. Так что это и мой диплом тоже. Тогда я вас поздравляю. До дня. Доктор, я не могу сказать «да». Неужели аборт? А выражать-то когда собираетесь? Александра Алексеевна. В следующий раз. Следующего раза может не быть. Ну что ты так смотришь? Ну иди сюда. Ты обиделся на меня, да? Ну некуда мне тебя взять, понимаешь? Давай-ка мы тебя сейчас куда-нибудь определим в хорошие руки, а? Согласен? Ну прости. Привет. Привет. Здорово, что тебя встретил. Я как раз шел, да? Уезжаю снова в экспедицию и вот шел попрощаться со спасителем. Да ладно. А я вот кота пытаюсь пристроить. Хороший кот. Очень, очень хороший. Так давай я возьму. Да? Ну да. У меня Макс давно хотел там рыбок или кошек или собак. Вот. Слушай, ну он правда замечательный, с ним не будет хлопот. Ну, и... Спасибо тебе большое. Да нет, давай. Ну, вот видишь, я же тебе говорила, что все будет хорошо. Держи.
А, я буду по тебе скучать, морда. Ничего, может, еще встретимся. Ну, спасибо тебе большое. А, удачно тебе экспедиции. Ну и главное, не болей. Вот, чтобы тебя никто не кусал. Ну, береги себя и его. Хорошо. Пока. Пока. Чего? Что? Пойдем знакомиться. Я ее для любимого мужа покупала. И что? Разлюбили мужа? Нет, он меня. Чтобы такую девушку разлюбил муж, не верю. Да я и сама в это не верю. Ну что, все в порядке? Проехаться надо. Пожалуйста. Прокатимся? Ну что, прокатимся? Ну, ну как? Зверь машина? Что? Ну, в смысле, хорошо едет? Да, отлично. Что это? Что? Звук вроде какой-то. Вроде колесо спустило. Да? Ну да, и смотри, вправо машину клонит. Тогда давайте остановимся, посмотрим. Давайте остановимся. Странно, вроде все нормально, колесо целое. Все в порядке? Надо заднее посмотреть. Хорошо. А милиция? Ну а что милиция? Ну что они сделают? Знаешь, сколько у них угонов? Еще покруче моей колымаги. Ань. Слушай, я тебе верну деньги, но только постепенно, Саша, ладно? Вот вообще пока забудь, не про это сейчас. Ну что такое? Ну почему? Куликова? Что? К главному. А чего случилось-то? Не знаю. Только этого мне не хватало. Пойду. Геннадий Михайлович, вызывали? Да, пожалуйста, проходите. Ну, что будем делать, госпожа Куликова? А что случилось? Мне по вашему поводу из Горздрава теперь звонят. Стрельцова опять на вас жалобу написала. Теперь уже в Горздрав. Ясно. Нет, вы почитайте. Да не буду я читать. Да я прекрасно знаю, что она могла там написать. Значит так, Куликова, слушайте меня внимательно. Если Стрельцова не отзовет свою жалобу, мне придется вас уволить. А как она ее может отозвать? А так, вы к ней пойдете и уладите конфликт. Геннадий Михайлович, я не пойду. Хорошо. Ступайте к Зое Васильевне. Берите обходной листок. Какой листок? Такой. Я подписываю приказ о вашем увольнении. Со 2 числа прошу. Геннадий Михайлович, послушайте, я ни в чем не виновата. Прошу. Thank you.
Что вам надо? Я вас не вызывала. Таис Павловна. Таис Павловна, здравствуйте. Это Саша. Мне очень нужно с вами поговорить. Нам не о чем с вами разговаривать. Таис Павловна, пожалуйста, мне нужно попросить у вас прощения. Мне ваши извинения не нужны. Таис Павловна, они мне нужны, понимаете? Таис Павловна, пожалуйста, не уходите, ну послушайте меня, пожалуйста, я вас очень прошу, Таис Павловна, ну пожалуйста! Они мне нужны, Таис Павловна. Я без них жить не смогу, понимаете? Я теперь вообще не знаю, как мне жить. Машину меня угнали. Жить мне негде. Муж все это уже размотал, Таис Павловна. Простите меня, пожалуйста. Ну что? Что, легче тебе? Ой, что-то со мной было-то? Ой, голова закружилась, в глазах потемнело. Ты меня спрашиваешь, ты же медработник. Лежи. Я сейчас скорую вызову. Нет, не надо скорую, Таис Павловна. А у тебя что, как у меня, давление скачет? Нет, у меня не скачет. Беременная я. Ну так надо же мужу позвонить. Пусть приедет. Пусть глаз не спускает. Ни с тебя, ни с ребеночка. На. Он не приедет. Почему? Он меня бросил. Он даже не знает, что я беременна. Так ты про ребеночка скажи. Он примчится. Не примчится. У него новая жена. Ребенка ждет. Ну и бог с ним. Сама вырастешь. Нет, Таис Павловна. Лежи, тебе нельзя двигаться. Не будет этого ребенка. Мне самой жить негде. Куда я его? Лежи, не вставай, я пойду борщ подогрею. Ты приходи в себя, а я тебя кликну. Слушай, а ты переезжай ко мне. Как это? Ну, как? Ты же на второй подстанции работаешь. Да. Так тебе отсюда ближе ездить будет. А сколько же это стоит? Что? Ну, арендовать вашу комнату, это сколько будет стоить? Да не будешь ты ничего арендовать. Ну, уколы мне будешь делать, там, капельницы ставить, следить за моим здоровьем, еду диетическую готовить умеешь? Осилю. Правда, муж мой от моих правых котлеток ты избежал. Дурак он был. Что о нем говорить-то? Я думала, что вы меня ненавидите. Да ладно, пойдем. Следующая. Ходите, раздевайтесь. Ну как одну сейчас воспитывать? Работы тоже проблемы с деньгами.
Да, ты первый аборт делаешь? Да. Я тоже. А вот мужчинам хорошо, да? Погуляли и сбежали, тут разбирайся с этим совсем. Следующая. Девушка, ваша очередь. Девушка, ваша очередь. Смородинку, пожалуйста. Спасибо. А вот тебе неделя. О. Ты спала? Я хочу с вами поговорить. О чем? Как вы посмотрите, если я решу... Ну что, что ты мямлишь? Тебя Раиса, что ли? Соседка моя хочет переманить? Нет, дело не в этом. А в чем? Тесть Павловна, я решила оставить ребенка. Как вы на это смотрите? Я-то что? Главное, как ты на это посмотришь. Я очень хочу родить. Я поняла, что я очень хочу родить. Рожай. Просто раньше Рома, он очень не хотел детей, и я все свое время посвятила ему. Он сам для меня был как ребенок, а теперь мне никто не помешает, понимаете, мне... Ты назло ему хочешь? Нет, что вы. Дело совсем не в этом. Он тут ни при чем. Мне очень нужен этот ребенок. Просто я вдруг почувствовала, что внутри меня происходит что-то очень важное. Понимаете? Понятно. Внутри тебя происходит что-то очень важное. Ну и куда ты с ним? Не знаю. Но если можно, то пока у вас. Ну, пока можно, а потом-то, когда родится, что? А потом я что-нибудь придумаю. Ну, я, например, устроюсь ночной нянечкой в детский сад. Вот, буду с ним все время сидеть рядышком, а когда он подрастет, я снова вернусь на скорую. Смотри, тебе решать. Тяжело тебе с ним будет. Я знаю, но это не страшно. Я решила, и я очень хочу ребенка. Ну, я пойду. Спасибо. Занят они. Дверь я им открываю. До свидания, Сергей Петрович. Ну все, пока не опаздывай. Хорошо. Привозят здоровый красный диван. Представляешь, амнистии не будет. Привет. Привет. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. А я плохо. Как-то в это с трудом верится. Любимая жена, квартира в Москве, диплом доктора, все, как ты и хотел, Ром. Когда приезжали они мне все твердят, деньги, деньги, все им мало. А это во всем мать слушается. Она же от ребенка избавилась. Ром, ты же никогда не хотел детей. Ты же хотел для себя как-то пожить. Ты прости меня, а? Прощаю. Зачем ты пришел? Я понял, что я скучаю по тебе. И каждый день. И что теперь? Не знаю. Я тоже долго думала о том, как мы с тобой встретимся. И когда тебя увидела, я кое-что поняла для себя. Что?
что я освободилась от тебя, Ром. И это прекрасно. Вот. Соседка предложила. Ну, я взяла. Можно пока у меня в комнате постоит? Можно, конечно. Таисия Павловна, спасибо вам большое. А то я подумала, откажусь, потом жалеть буду. Новая все-таки $500 стоит. Ну да. А коляска – это первое дело. Ты кефир купила? Купила. 1%? Ну, а какой же еще? О. Вот. Еще много чего принесла. А ты-то мудрее меня оказалась. В каком смысле? Сядь. Ну что, решила ребеночка оставить? Много знаешь, чего в жизни было там. Плохого и хорошего, бог с ним. Одного себе никогда не прощу. Что аборт сделала? Тогда у нас в театре фиалку Монмартр ставили. И все как с ума сошли с этой фиалкой. Прям передрались все. А роль мне досталась. Начинающей неизвестной артистки. Я подумала, что еще успею. И вот избавилась. Где они, эти фиалки? А детей у меня. И вот мы теперь и видим вредную взбалмошную старуху. Ну что вы говорите, Таисия Павловна? Да. Таисия Павловна, ну что вы говорите? Да, одиночество, оно не украшает людей. Особенно оно не украшает женщин. Вот, так что ты у меня умница. Умница. Александра! Осторожней! Ты ешь, что ли? А что такого? Ты же вообще никогда ничего не ешь целыми днями, только кофе литрами хлещешь. 19-е. Срочно на ДТП. Ленинградка. Район строительного рынка. Быстрее, быстрее, очень плохо. Зайдите. Слышите меня? Давай, Насим. Ага. Голову. Аккуратнее, шаги. Поехали. Медленно встаем. Нормально? Хорошо. Давайте. Ой, уже. Ой. Так. Опа! Не вылезай. Давай, сядь назад. Вот. Так, займитесь ими. Мы поехали. Поехали, Юр. Ага. Давай. Танечка, ты чё такая бледная? Никогда не была на ДТП с пострадавшими? Ничего, все в порядке. Что это все за живот ты держишься? Беременная я, Серёж.
Насчет этого раненого пришлось на себя поднимать. Да теперь ты... живот отваливается. А что? Сколько уже? 2 месяца. Что теперь будет? Раньше надо было думать, идиотка. Алло, 8-я? Это 19-я. Да-да, которая из ДТП. Нам срочно нужен врач-гинеколог. Срочно! У нас тут коллега беременная подняла на себе пострадавшего. Дура. Все, Юра, Юра, гони давай! Что ж ты, мамочка, делаешь? Как ты до этого дня доносила? Не знаю, сделать что-нибудь, пожалуйста, я не хочу его потерять. Как чувствуете себя? Нормально. Что с ребенком? Нам не удалось сохранить плод. Нам очень жаль. Привет. Ну ты чего здесь сидишь? Тебе же лежать надо. Привет. Ну как ты? Как видишь. Бедный мой, бедный. Даже не знаю, чем тебе помочь. Ничего. Все образуется. Ань. Съезди к моей королеве. Ну, навести ее, вот поможешь. А чего с ней? Старость. Тут болит, там болит. Давление померяешь. Я думал, королева не стареет. Спасибо, что ты приехала. Подъезда день и ночь стоят. А сейчас гляжу, 2 скорые даже. Не знаешь, кому? Труповозка эта, которая вторая. Померла тут одна из 45-й квартиры. Это которая из ревизионной комиссии? Нет, которая из хора. Что с ней? Умерла. Ничего нельзя было сделать. Прости. Как это случилось? Ну, я когда сказал, что у тебя выкидыш, ей сразу плохо стало. Аня. Аня, ты ей сказала? Анечка, ну зачем ты ей сказала? Аня, ну я же скрывала от нее это. Аня, ну зачем ты ей сказала? Ну извини, я же не знал, что он так распереживается, Саш. Ну я сделала, правда, все, что возможно. Я вызвал нашу бригаду, но когда они приехали, было уже поздно, Саш. Саш. Вот ключи.
поживешь пока у меня. Иди. Здрасте. А вам кого? Саша Куликова живет тут. Эй, так здесь уже несколько месяцев никто не живет. Новые хозяева ремонт затеяли, а квартиру расселили. Давай. Алло. Здрасте, это вторая подстанция. А фельдшер Саша Куликова, будьте добры к телефону. Саш, ты где? Саш. Сашенька. Саш, ты дома? Саш! Саш, ты пила это? Сашка, посмотри на меня. Тихо, посмотри на меня. Ты это пила? Ты пила это? Ты пила это, Саша? Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. Так. Поговори со мной, да? Поговори со мной чуть-чуть, хорошо? Говори что-нибудь, скажи мне просто, ладно? Давай, мы с тобой считалку вместе посчитаем. Знаешь, детскую считалку какую. Там погода была прекрасная. Понял? Давай. Ну, дальше что? Говори. Принцесса. Так. Алло, скорая, да? Была. У нас отравление, по-моему, да. Какая была принцесса? Песчаный переулок, дом 30. Корпус 2. Да, квартира 45. Тихо. Ha 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 ha!
открой, пожалуйста. Ага. Сейчас. Привет. Привет. Входи. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Доброе утро. Что-то случилось? Мы же договорились вечером встретиться. Кто-то на работу опаздывает. Да нет, я быстро, просто... Маркиз очень просил вот тебе привезти вот яблок с апельсинами. Маркиз. Кот. Попросил. Да. Спасибо. И еще просил тебе рассказать, что он очень по тебе скучает и думает каждую минуту. Передать ему что-нибудь? А, да. Скажи, что я тоже скучаю. И... Беги, беги, давай, тебе пора. И спасибо большое за яблоки. Только ты мне обещай, что все съешь. А эти через месяц еще привезу. Кубанские. Ничего не забыл. Паспорт, билет. Все на месте. Хорошо. Дождешься? Я не знаю, что завтра будет. А... Ты задашь мне такие вопросы. Отъезжай домой, ложись спать. Утро вечером мудренее. Так в сказках принцессам говорят. Да, очень хочется уснуть, потом проснуться и понять, что началось. Но... Молодой человек, поезд отправляется. Ну ты даешь. Давай. Кто вызывал скорую? Меня не вызывали. Я. Мама там. Не знаю. Так, массаж сердца, живее. О, ты же массажист вызывал. Мы ненадолго заберем твою маму в больницу. Ее просто нужно немножечко полечить. У тебя есть еще кто-нибудь? Бабушка, тетя? Секундочку. Что происходит? Мы забираем Ирину Кадашенко в больницу. Ого. А что с ней? А вы кем ей приходитесь? Я? Мужем я прихожусь. Так вот, у вашей жены сердечный приступ. И дальше что? Послушайте, у вас маленький ребенок остается без матери. Вы сможете за ним присмотреть? Что? Она? Ей уже скоро 7 лет. Какая она маленькая. Вполне самостоятельная. Уснуть. Алён, все, давай, заканчивай. Да нет, что ты. Пусть играет, Ань.
Мне надо кое-куда съездить. Есть кто-нибудь дома? Привет. Не бойся, помнишь меня? Я доктор, который приезжал лечить твою маму. Давай я тебе помогу. Меня зовут Саша. А как тебя зовут? Ты ела хоть что-нибудь сегодня? А я тоже ничего не ела. Давай вместе чего-нибудь поедим. Хочешь, мы с тобой съедим чего-нибудь вкусненького? Пойдем в кафе? Одевай сапожки. Нет, что ты? Это туфельки. А нужно надеть сапожки. На улице очень холодно. Где твои сапожки? Доставай. У тебя что, кроме этих туфелек ничего нет? Ну что ж, тогда надевай туфли. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, будьте добры, нам, пожалуйста, 2 порции блинчиков с бананом и шоколадом. Угу. И 2 какао. Хорошо, минуточку. Я хотела тебе сказать, чтобы ты не волновалась и не скучала. Маму твою мы обязательно вылечим. Хочешь, мы поедем в парк покатаемся на карусели? Как раз зайчик вышел погулять на полянку. А потом пришел медвежонок и говорит: «Ой, привет, зайчик! Привет, Мишка! Кто быстрее из нас бегает?» «Ну, это я не знаю, я ж каждое утро тренируюсь. Вот». Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я могу узнать о состоянии больной? Угу. Коношенкова? Коношенкова? Ирина Владимировна? Да. Что? А когда? Ясно, спасибо. Мать ее умерла. Про родственников ничего не известно. И вообще она очень мало разговаривает, так что я даже не знаю, как ее зовут. Таисия. Таисия ее зовут. Таисия? Ну, Тася, значит. Отец у нее есть. Правда, его давным-давно лишили родительских прав. Алло, приемник-распределитель. Участковый Фомин вас беспокоит. Это тебе. Держи. Нравится? Тася.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы жили с тобой вместе. Играли бы с тобой вместе, да? Но пока это невозможно. То есть у меня нет дома, где бы мы могли жить с тобой вместе, понимаешь? Пока ты поедешь в дом, где живет много разных детей. Хорошо? Тася, пошли со мной. На машине покатаешься. Тасенька, ты чего? Чего ты испугалась? Это дядя отвезет тебя в дом, про который я тебе рассказывала. Поедешь? Ну давай же, вставай. Поехали. Хочешь, я с тобой поеду? А ты-то мудрее меня оказалась. Ну а что решила ребеночка оставить? Саш, ты чего? Таисия ее зовут. Тася, значит. Эй, вас кто сюда пустил? Здравствуйте. А почему девушка, девушка? Почему без сопровождения? Послушайте, здесь пожалуйста. Нельзя. Витя, сюда нельзя. Уходите, ну, что быстрее, так, сюда пройдем. Нельзя. Саша! Сюда Саша! Тася! Тася! Меня, Тася! Ой. Саша, не уходи. Я никуда не уйду. И никому тебя не отдам, поняла? Только ребенок привык немного, опять ему пришло разбередили. Не хочу жить с тобой, как тогда, у Аленки. Хорошо. Послушай, я обещаю тебе, что так и будет. Ты мне веришь? Гномик ты мой, скучал по мне. Подожди, сейчас. Вот так. Ну, чтобы стать опекуном или приемным родителем, нужно получить разрешение. Я сейчас вернусь. Угу. А для этого нужно собрать пакет документов. Справку о зарплате, медицинскую форму, справка о несудимости, ну и, естественно, справка о жилищных условиях. А если у меня нет условий? А где же будет жить ребенок? Ну, я же где-то живу, а она будет жить со мной. Вы это другое дело. Вы совершеннолетняя, и вы отвечаете за себя сама. А мы отвечаем за несовершеннолетних детей. Ну, хорошо. А если я снимаю прекрасную комнату? Нет. Если вы снимаете прекрасную комнату, то мы вам ребенка не дадим. А вот если квартиру, то можно. Ну, естественно, если аренда будет оформлена официальным договором. Мы проверим документы, приедем, посмотрим на ваши условия и дадим заключение. Саша, Саша, вечно ты по свою голову поставь, приключения найдешь. Зачем тебе все это надо? Ну, это же не твой ребенок. Аня, давай потом поговорим, ладно? Ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот наша комната. Правда, она одна, но это хозяйка квартиры. Аня, очень приятно. Очень приятно, вот за нотами зашла. Ну что, будем смотреть, да? Значит так, вот место для ребенка. Стол, стул, полочки для игрушек, ну и как бы все, что надо для занятий. Кроватка, где ребенок будет отдыхать, спать. Да, все у нас. Одеялка, матрасик. Все есть. Я понимаю, что по инструкции у ребенка должна быть отдельная комната, но если это действительно необходимо, я могу спать на кухне. О, диван раскладывается. Вот. Ну, раньше мы действительно требовали от усыновителя изолированную комнату. Угу. Но сейчас условия смягчили.
много детей, оставшихся без попечения родителей. Да, это ужасно. В общем-то, достаточно кровать, стол и место для занятий. До свидания. Тась! Тась, ты куда? Домой, меня Саша забирает. Понятно. Меня тоже скоро мама заберет. Обязательно заберет. Пока. 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 До свидания. До свидания. Мы будем опять у Аленки жить? Нет. Я сняла комнату, и мы в ней там будем жить с тобой. А к Аленке будем просто в гости заезжать. Хорошо? Ой, наконец-то мы дома. Это кто? А мы тут с мамой живем, а мама сейчас на работе. Так, Тась, ты присядь пока, пожалуйста, сейчас я попробую, садись, сейчас я, господи, я ничего не понимаю. Так, сейчас все будет хорошо. Здрасте. Здрасте. Башуркин опять кого-то обманули. Послушайте, я сняла эту комнату для себя с ребенком. Сейчас что-то я не очень понимаю, что происходит. Тут какой-то ребенок и... Да это уже не в первый раз. Ты хоть денег-то не за полгода вперед отдала? За 2 месяца. Любовь Ивановна, открывай, не бойся. Я из органов опеки пришла к тебе и твоей маме. Ну? Здравствуй. Здрасте. Кому ты такой классный мишка? Это тебе. Ой, мне спасибо. Ну? А где мама? Твоя? В магазине. Ага. А давай-ка мы с тобой поговорим. Вот если вдруг твоя новая мама будет тебя бить, или еще что, или не будет тебе игрушки с яблочками покупать, а еще хуже, с мужиком будет водку пить, ты сразу мне позвони. Хорошо? Мы твою маму заберем, в суд на нее подадим, а тебя отсудим и опять вернем к нам в детский дом. Поняла? Поняла. Вот, вам ваш Мишка, и уходите отсюда. Да подожди, Тасенька. Я вам не Тасенька, уходите. А что здесь происходит? Мамочка, она хочет тебя в милицию, а мне в детский дом. Успокойся, так. Успокойся, Аленушка. Подождите, это вы? Я. А где Александра Куликова с приемной дочерью? Здесь я с мамой живу. Алена, так они к родственникам уехали. Да, понятно. Значит, она обманула государственные органы. Нет, она не обманывала. Просто они уехали на 3 дня, а мы вот пришли на фортепиано поиграть. Давайте мне адрес Куликовой. Да я не знаю адрес Куликовой, куда она уехала. Поэтому ничем не могу вам помочь. А можно, когда я говорю, что я тоже на скорой помощи работать буду? Ну, конечно, можно. Так, давай, меняем кофточку. Угу. Так. О, вот вы где. Да, прекрасные условия вы предоставили ребенку Куликова. Нечего сказать. Доброе утро, Любовь Ивановна. Для кого-то оно может быть и доброе, но не для вас, Куликова. У вас отберут ребенка, и ваше усыновление аннулируется через суд. И вы, Куликова, больше никогда не сможете стать усыновителем. За что эта тетя тебя ругает? Это моя Саша. Она хорошая, она любит меня. Девочка, а ты собирайся, ты поедешь со мной. Любовь Ивановна, послушайте, пожалуйста, я вам сейчас все объясню. Я никуда не пойду, я с Сашей.
Давай, малышка. Собирайся, а то нам надо с тобой спешить. Я никуда не хочу. Оставьте меня! Тася! Тася, подожди, ну куда ты? Послушай меня. Пожалуйста, ну, пожалуйста. Господи, оденься. Ну что ты плачешь? Ну не плачь, моя девочка. Послушай меня. Пожалуйста, все будет хорошо, хорошо. Я приеду завтра, ну, честное слово. Я приеду к тебе, ну, пожалуйста, успокойся. Ты едешь к деткам. Эта тетя хорошая. Все будет хорошо. Ты мне веришь? Так, оставьте девочку. Оставьте, я сказала. Ничего. Я приеду к тебе. Слышишь меня? Пойдем, пожалуйста. Ну, будет весело. Давай, садись в машину. Я приеду завтра. Да? Ты когда сегодня будешь ложиться спать, ты обязательно запомнишь, что тебе приснится, ладно? Ты обязательно мне потом расскажешь, хорошо? Саша! Саша! Я тебя очень люблю, Саша! Да хватит ты, все будет хорошо, ты только успокойся, пожалуйста. Да. Что? Какой нотариус? Какую контору? Послушайте, у меня на это нет совсем никакого времени. Фух, хорошо, я приду. Угу. Здравствуйте. Я Куликова. Вы мне звонили? Ну, наконец-то. Проходите, садитесь. Я бы сегодня звонил, вчера и месяц назад. По разным съемным квартирам, по телефонам разным вас разыскивал. Вы наследство принимать будете? Какое наследство? Квартиру. Трехкомнатную. Расположенную по адресу. Песчаный переулок, дом 30, дробь 2, квартира 45. По завещанию Стрельцовой. Вы шутите? Какие шутки. Вот, ознакомьтесь с завещанием. Какая же ты у меня стала трещотка все-таки, а? Ой, кто-то пришел. Да, сиди, я пойду открою. Нет, нет, я сама открою. Хорошо, только спроси, кто это? Здрасте. Ой, здрасте. А это мне? А откуда вы знали то, что я котенка хотела? Вы что, волшебник? Да, мы два волшебника. Один вот молодой, другой не очень. А скажите, а... Принцесса Саша тут живет? Да. Только принцесса – это я. А Саша – мама принцессы. И значит, что она королева. А, понятно. А вы, пожалуйста, передайте королеве, чтобы к ней пришел ее друг Маркиз. Хорошо. И вот вам. Спасибо. Угу. Я ее сейчас позову. Саша, Саша, да. К ней пришел какой-то Маркиз. Маркиз? И это Маркиз принес? Да. Замечательно. Пойдем покажем своего Маркиза.